Дорогие друзья, приветствуем вас. С вами программа «Дорога к храму», и мы ее ведущие, священник Максим Гортинский и священник Павел Крысанов. Начнем мы с рубрики «Как быть?». Сегодня мы поговорим о том, как быть с тем, что в наше время чудес меньше, чем раньше. Интересная тема. Действительно, вот общаешься с людьми и сталкиваешься с тем, что разных людей, и верующих, воцерковленных, и, может быть, тех, кто пока еще только на пороге веры, посещают такие мысли, почему вот раньше было много чудес, а сейчас их меньше. Такие мысли действительно приходят. Ну, а так ли на самом деле? Верен ли тезис? Ну, действительно, услышав этот тезис, хочется в ответ задать некоторые вопросы. Ну, во-первых, кто эти чудеса считал и каким образом, на каком основании мы можем сделать вывод, что когда-то их было больше, когда-то их теперь стало меньше. И вообще раньше это когда раньше? Вот интересно в этом углубиться. Наверное, возникает этот тезис в связи с тем, что Священное Писание насквозь пронизано чудесами. Да? Порой на странице можно встретить не одно чудо. Наверное, ну, да. Отсюда да, исходит такое ощущение, что чудес должно быть, как раньше, много. Ну да, то есть раньше это как в Священном Писании. Да, как вот Священном Писании. Человек взял в руки или Евангелие, или Ветхий Завет, начинает читать и смотрит, что вот чудес много. И даже вот Новый Завет начинается с повествования о том, как Христос пришел в мир, родился, рождение его, оно тоже чудесное, ну и так далее, чудо за чудом. А почему сейчас не так вот? Мы же молимся, там, каждый день хотим то одно, то другое. Ну да, хороший вопрос. Ну, вообще, если действительно оценить чудеса на страницах Священного Писания, нам действительно кажется, что концентрация их довольно велика. Вот читаешь одно чудо, и следом следующее чудо. Но на самом-то деле, даже на одной странице, на которой помещается так много чудес, между этими чудесами проходили годы. Это вот так может показаться, потому что все вот мы читаем, прям вот сели, прочли. А на самом-то деле текст, который мы прочли за 5 минут, в истории он растягивался иногда на столетия. Действительно, даже Иисус Христос, мы знаем, что 30 лет неизвестно ни о каком чуде. Мы знаем только уже в другом возрасте, что чудеса происходят. То есть целый отрезок 30 лет, никаких чудес мы вот как бы... И не знаем, да. Ну да, даже то же самое Евангелие, как вот мы сказали, да, и Рождество – чудо, и ангелы явились – чудо, но потом было действительно целых 30 лет, а это большой период истории, когда Господь Иисус Христос молчал, ничего не говорил, ничего не делал. Да и потом Палестина первого века, там, где Христос родился, жил и творил чудеса. Это же такая была, на самом деле, ну, далекая провинция. Вот. И, в общем-то, это потом лишь стало заметно, когда были написаны Евангелия. Мы вот читаем, и кажется, что вот тогда все прям кипело чудесами. А на самом деле и тогда они были незаметны, как и многие чудеса сейчас незаметны. Мне вот тоже надо подумать о масштабе чуда. Да? Это же субъективная какая-то, наверное, вещь такая. Каждый к чуду относится по-разному. Для кого-то чудо, наверное, для кого-то нет, так ли, да? Ну, пожалуй, тоже, да. Вот как оценить масштаб чуда? Сказать, что их нет вовсе, наверное, неправда. Вот. Наверное, в жизни каждого человека какие-то чудеса совершаются, но оценить его чудесность этого события может только сам человек, потому что для него это покажется действительно ответом на какую-то просьбу к Богу и весьма чудесным ответом. А кому-то он даже это, если расскажет, то другой этот человек не оценит, потому что это, ну, не его жизнь, не события из его жизни. Например, я сегодня ехал, и все время зеленый свет мне попадался на передачу как раз. Вполне сойдет за чудо. Ну, такое, да, маленькое чудо, особенно если помолиться, если опаздываешь, и вот зеленый свет будет послан на пути, да. Ну и надо отметить, что если бы чудеса совершались ежесекундно и каждый день, и везде вокруг нас, то мы бы это воспринимали абсолютно не чудом, это было бы естественное, ну, течение времени, течение действий, да, наших. Ну да. Мы бы к нему и не относились как к чуду. То есть чудо все-таки это
какой-то редкий случай, нужный, наверное, для чего-то, да? Ну да. Для какой-то цели. Здесь мы замечаем, здесь, в первую очередь, чтобы вера наша окрепла, и мы как-то пришли к Господу, да, наверное, вот в этом. Чудо на то оно и чудо, чтобы через это чудо человек попытался что-то понять, увидеть, вот, а увидеть можно только, наверное, в каких-то особых обстоятельствах, внимание проявить к каким-то вещам необычным. Какое же главное чудо для христианина-то? Ну и да, все-таки, поскольку мы люди-то крещенные, верующие, мы должны не забывать о том, что главное чудо совершается, действительно совершается, совершается каждый день. Это, во-первых, встреча нас и Господа Бога, который внутри нас происходит, в сердце. Ну и потом в богослужении. Причастие. Самое, конечно, главное чудо для христианина. Ну, конечно, это... Не чудо ли, что мы с вами сегодня можем участвовать в встрече с Богом, да, на Тайной Вечере, можно сказать, да, которая сегодня совершается, мы действительно соединяемся с Богом, с истинным телом и с истинной кровью Христа. Да, это, конечно, чудо, которое невозможно, да, переоценить. Как бы. Да. Это великое чудо, которое дано человечеству, которое дает возможность человечеству превзойти себя, так сказать, сегодняшнего. В общем-то, как и любое чудо, оно совершается и бывает в жизни только лишь с верой и по вере. Да? Также и это главное чудо, оно возможно по нашей христианской вере. И мы действительно видим, что человек, который к этим вещам относится серьезно и верит в то, что каждая служба в храме — это та самая Тайная Вечеря, жизнь его меняется, причем меняется в тех моментах, над которыми он долго бился сам и не мог ничего изменить. Такое неоднократно встречается в жизни людей. Наверное, на этом и закончим. Да, чудеса, они не прекратились, чудеса продолжаются, и весь, наверное, вопрос... Ищите, будьте внимательны, да, можно сказать. Да. Будьте внимательны к своей жизни, жизни ближнего, так Господь вам действительно покажет чудо, потому что чудо — это наша жизнь, в принципе, уже даже. Весь вопрос в нашем отношении к жизни. Вот. Но на этом наша беседа закончена. «22 мая в церкви отмечается День памяти святителя Николая Чудотворца, а именно перенесение его мощей из мир Ликийских в Бари. Вашему вниманию предлагается 5 фактов о святителе Николае». Факт номер 1. В древних жизнеописаниях Николая Мир Ликийского обычно путали с Николаем Пинарским или Сионским из-за схожих подробностей жизнеописаний святых. Оба родом из Ликии, архиепископы, почитаемые святители и чудотворцы. Эти совпадения привели к заблуждению, существовавшему многие века, что в истории церкви был только один святитель Николай Чудотворец. Факт второй. Святой Николай дал начало персонажу Санта-Клаус на основании его жития, в котором рассказывается о даре святителем Николаем, приданного 3 дочерям разорившегося богача. Появилась традиция рождественских подарков. Факт третий. Предание, которое гласит, что святитель Николай дал пощечину еретику Арию, возможно, не является достоверным. Эта история впервые появилась через 1000 лет после Никейского собора, во время проведения которого и могла произойти встреча святителя Николая и Ария. Факта нанесения пощечины Николаем Арию и суда над Николаем нет в житии святого, написанного Симеоном Метафрастом в X веке. Но в нем отмечается, что святой Николай был на Никейском соборе и решительно восстал против ереси Ария. Возможно, именно превосходство святого Николая в споре позже породило версию о пощечине. Факт четвертый. В 1087 году мощи святителя Николая были перенесены из мир Ликийских в итальянский город Бари. В те времена возникла угроза христианским святыням. На Ближний Восток вторглись турки-сельджуки. С целью вернуть Бари потерянную значимость религиозного центра, барийцы решили похитить мощи святителя Николая из мир Ликийских в расчете, что их никто не обвинит в похищении реликвии у восточных христиан, так как миры заполнили турки. Однако барийцам удалось вывести лишь часть мощей, другую же их часть позже
вывезли венецианцы. Факт номер 5. В начале праздник перенесения мощей святителя Николая отмечался только жителями итальянского города Бари. В других странах христианского Востока и Запада он не был принят, несмотря на то, что о перенесении мощей было широко известно. Греческая церковь также не установила празднование этой даты, возможно, потому что потеря мощей святителя была для нее событием печальным. На Руси в XI веке почитание святителя распространилось быстро и повсеместно. Русской православной церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари 9 мая по старому стилю, а по новому 22 мая, установлено вскоре после 1087 года на основании глубокого, уже упрочнившегося почитания русским народом великого угодника Божия. Мы находимся с вами в храме Рождества Христова, село Беседы. Меня зовут Владимир Куличенко, я являюсь звонарем данного храма. Мы сейчас находимся в так называемом притворе, который был подстроен в XIX веке. А вот отсюда начинался у нас часть старого храма, который ведет свое начало 16 века. И вот тот самый постамост, который мы поднимали и здесь строили, для того, чтобы было, так скажем, по всем ГОСТам звониться из звонаря. Система управления у нас состоит из нескольких подвидов колоколов. У нас имеется пульт для управления левой рукой, у нас имеются веревочки для звона правой рукой. Также у нас есть ножные педали. Звонницу я обычно ассоциирую с таким музыкальным инструментом, как барабанная установка, либо пианино. Почему? А все просто. У нас есть три группы колоколов. Первая группа – это так называемые колокола «Благовест». Есть будничный колокол, вот этот посередине. Есть колокол праздничный, либо воскресный, самый большой. В этот колокол, соответственно, мы звоним перед службой, перед литургией воскресенья, вечерняя служба в субботу, а также праздничные. Я сопоставляю эти колокола с бас-бочкой барабанной установки. То есть у нас идет сильная доля такта. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, это вот самая основа. Дальше идет у нас группа подзвонных колоколов. В данном случае у нас здесь это четыре колокола. Вот этот. Раз, два, 3 и 4. Они управляются левой рукой с помощью нажатий на троса. Мы это можем сами сопоставить, игра барабанной установки по томам, в малой, то есть делаются какие-то акценты, переходы. Либо если с пианино, то это игра левой рукой, это аккомпанемент, также какие-то переходы. И далее у нас группа, она называется у нас зазвоны колокола. Здесь они у нас из четырех колокольчиков. Вот самый маленький. Раз, два, три, четыре. Они привязаны веревочками, и мы звоним так называемым хватом звонаря. В данном случае мы сделали зазвонные колокола из трех. Ну, четвертый он такой очень высоковат, мы его особо не применяем. Эти колокола я могу сопоставить с тарелками барабанной установки, с хай-хетом, то есть мы применяем либо акцентируем определенные размеры, либо если с пианино, то это у нас правая клавиатура, это первая, вторая октава, где мы делаем какие-то арпеджио, делаем триоли, переходы, то есть именно саму играем мелодию. Как вы сейчас видели, я могу играть как мелодию простую, могу также ими играть как, скажем, аккорды, то есть основную какую-то мелодию. Мы звоним так называемой московской традиции. Она идет от Сергия Троицкой лавры, московский звон с элементами импровизации. И тем самым в каждом
храме, на каждой колокольне свой уникальный звон, в зависимости от колоколов. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Дорога к храму», и с вами рубрика «Непридуманные истории». Сегодня мы пригласили в нашу студию гостя, и в гостях у нас Владимир Куличенко. Владимир занимается музыкой. Ну, собственно говоря, о том, чем занимается Владимир и кто он, мы сейчас подробно поговорим. Здравствуй, Владимир. Здравствуйте, отец Павел. Ну что же, Владимир, мы вас заявили как музыканта, и ну, расскажите, как вы до такой... Кто же я такой на самом деле? Да, кто же вы на самом деле, как вы дошли до такой музыкальной жизни? На самом деле я служу в МЧС, у меня звание подполковник, вот, я служу в Главном управлении МЧС России по городу Москве на Пречистенке, 22. Вот, а мое профессиональное хобби, оно как раз вот связано с музыкой в том числе. Угу. Вот. И из последних моих музыкальных новшеств – это как раз-таки колокола. Да. То есть Владимир, он музыкант, можно сказать, в широком смысле этого слова, а вот какие-то отдельные направления мы сейчас как раз с ним познакомимся. И вот Владимир, действительно, он так или иначе приобщился к искусству звона церковного, звона, да, с помощью колоколов — это такой музыкальный инструмент, который в церкви в православной практикуется. Некоторые считают, что вот на Западе практикуется музыка в богослужении, а на Востоке в восточном богослужении нет. Это не совсем корректно, да, потому что музыкальный инструмент, колокол, он вполне себе полноценный инструмент. Вот. Ну, как вы стали, можно сказать, звонарем? Расскажите нам про это. Звонарем храм Беседы. Мы живем в Марино с самого начала, и когда мы проезжали там, мимо по МКАДу, его было всегда видно. Это село Беседы? Село Беседы, да. Храм Рождества Христова. Храм Рождества Христова. Вот этот храм меня как-то с детства всегда тянул, вот, но тогда было как-то проблемно раньше доехать. Вот, и уже со временем, когда там появилась машина, я уже сам приехал. Вот, и в 19-м году я знакомлюсь с священником отцом Александром. И он рассказывает, там, проводит экскурсии, рассказывает про храм, какие у них бывают виды деятельности. Вот. Также он говорит о том, что, в принципе, будет происходить там, набор и звонарей, можно также отучиться. Вот. Потом... Он священник, служащий в этом храме. Да, священник, да. Вот. И потом начался коронавирус, а в итоге потом набор происходит. Вот. А мне было с детства как-то интересно, кто такой звонарь и как попасть вообще на колокольню. Кто вообще этот человек, как вот, звонить? Потому что ну, в мое детство как бы церковь была, но мы либо ходили в церковь, потому что нас приводили, либо потому что какое-то горе происходило в семье. Вот. И всегда это было, ну, так скажем, не до конца все осознанно и понятно. А тут оказывается, что есть и молодежные клубы, есть и разные виды заинтересованности. Вот. И одно из них было это набор звонарей. Вот. И я отучился именно в этом храме. Мы туда выставляли передвижную звонницу. Также мы делали ремонт постамоста на самой колокольне в беседах. Я учился в школе звонарей Ильи Михайловича Дроздихина. Также, вот, собственно, вот на этой передвижной звоннице. То есть я и учился, собственно, и восстанавливал на нормальной уже настоящей колокольне вот этот постамост уже вместе с учителем своим. А вот мы сейчас заговорили об учении колоколам, звону, но до этого-то с музыкой же было какое-то знакомство. То есть как еще музыка в жизни
себя проявляет? Ну да, на данный момент я играю вот в рок-группе RC Filter называется. До этого у нас был проект под названием Peach. Вот, также я вот знаком и с Павлом Дадоном, то есть, так скажем, был, сейчас являюсь техником его, это вот гитарист ДДТ, в прошлом Дельфина, то есть вот эту всю музыкальную кухню изнутри я, собственно, знаю. И мне всегда было тоже интересно, еще начиная как-то вот с детства, когда там папа рассказывал, и мы слушали пластинки, так или иначе ты где-то слышишь колокола. То есть это не всегда, например, в классической музыке. Вот. Но также мы можем услышать это где-то и в рок-музыке. И вот было интересно это применить. В то же время это, мне важно это применить, чтобы оно как бы ни с чем, как это сказать, ну, не соперничало. То есть, чтобы гармонично соединить. Гармонично, да. Угу. И, так скажем, чтобы это как бы и церковь дала мне добро на это. Угу. Вот. И людей я заинтересовал, в том числе как бы и верующих, и неверующих. То есть, может быть, через это, через эту заинтересованность, вроде бы, как кажется, гитара и колокола – такие вещи несопоставимые. И вот через эту несопоставимость, наоборот, как-то вот и, может быть, и привлечь, и самому развиваться, как вот, собственно, и духовно, так вот и в музыкальном плане. Угу. Вот, ну мы в нашей программе ознакомимся с видеофрагментом деятельности Владимира. Вот. Сначала мы посмотрим, можно так даже сказать, композицию, да, которая была озвучена на колоколах как раз вот храма Рождества Христова в Беседах. Да. Там Владимир как раз ты остался звонарем. Да, да, я звонарем, да, по возможности я там звоню. Да. Да, ну вот этот фрагмент мы с удовольствием посмотрим. Ну вот, мы продолжаем нашу беседу. Вообще, немножко интересно углубиться, как вот мы слово сказали, кухню, в эту кухню. То есть люди проходят мимо храма, слышат колокола и думают, ну, колокола, вот повесили, там, приходят люди, там, дзынь-дзынь, и все, в общем-то. Да, а на самом же деле там как, какое-то непростое устройство, там вот колокола, они по тональностям как-то, вот есть какая-то градация. Расскажите вообще про это, чтобы это было понятно широкому зрителю. Ну, когда мы проводим мастер-классы, я всегда колокола сопоставляю либо с барабанной установкой, и еще с пианино. Mm-hmm. Потому что есть и большой колокол, называется «Благовесть», то есть это можно отнести как, например, бас-бочки.
Либо вот если брать, например, органу, то есть бывают ножные педали, где самый низкий звук. Есть подзвонные колокола, это группа колоколов, которые я сопоставляю, как, например, с томами барабанной установки, с малым, то есть играются какие-то переходы. И есть подзвонные группы колоколов, это быстрые, то есть быстрый звон, то есть триоли за звонными колоколами. Вот это как вот первая, либо вторая октава пианино, то есть какие-то арпеджио. Не каждый колокол может быть созвучен друг с другом. Угу. Поэтому, например, даже вот есть колокола старых, например, там, где Ярославского отлива, там, они не будут звучать с другими колоколами. Или, например, например, или Михайловича Дроздихина, они не будут звучать другими. То есть у каждого есть свой определенный секрет. И мне было интересно также понять, вот, например, есть передвижная наша звонница, какие ноты будут в этой звоннице, какие ноты будут, например, в колокольне храма Рождества Христова в беседах. Вот оказывается, что в храме Рождества Христова в беседах там в основном две ноты — ми и си. Тем самым мы можем с вами играть в тональность, например, ми минор на гитаре. Вот, а, например, передвижная звонница Дроздихина, там нота ре и ля присущи, и мы можем уже, соответственно, играть в тональности, например, ре минор. Интересно. Может быть, не все поняли, но тем не менее, я думаю, что как бы эффект того, что это колокола, это не просто там что-то такое легкое. Вот, этому надо учиться, и это действительно соотносится вообще-то с музыкой, то есть это не просто вот гул от металла, да? Да, а это музыка, это, я думаю, что мы так или иначе к этому приобщились. Но вот еще есть про звонницу в храме Рождества Христова мы поговорили, а есть же звонницы передвижные, вот, да, они вообще для чего, что с ними делается, как это применяется? Ну, также расскажу на примере вот передвижной звонницы Дроздихина. Она, так скажем, уникальная звонница, особенно для меня, потому что я на ней учился. Эту звонницу мы также выставляли в консерватории Чайковского. Там был концерт оркестра морского флота Мусоргского, картинки с выставки. И в последней части там как раз есть звон колоколов. В последней части, если ошибаюсь, там как-то называется «Ворота», там, по-моему, в город. Вот. Также на этой передвижной звоннице мы проводим мастер-классы. Вот, то есть мы там на базе либо храма, либо там монастыря привозим, вот, я рассказываю, тоже показываю. Это современные колокола, то есть они отлиты там менее 10 лет назад. Вот, но для обучения и для, вот, так скажем, демонстрации эти колокола очень хорошо подходят. То есть как раз вот с ними можно ездить на фестивали, на разные мастер-классы, да. И там вот все вы это показываете, да? Да, и вот, скажем, почему бы мне не взять гитару и, например, на этих же мастер-классах, или вот сейчас мы стали проводить, например, вот был пасхальный фестиваль, и сейчас вот меня будут также зовут уже на фестиваль в город Рязань. Именно зовут уже меня не как звонаря, а как вот звонаря, но чтобы я приехал с гитарой. То есть и колокола, и гитара, да, и это вместе. Да, и я уже, так скажем, пошел небольшой какой-то запрос именно показать демонстрацию этих двух инструментов. Вот, и тем самым я думаю, определенные тоже стереотипы у нас могут, ну, в принципе, у людей, у кого они есть, как-то разрушить. Потому что вот тоже был такой стереотип, что, например, перегруженная гитара — это что-то такое от лукавого, что-то такое злое. Вот. Я даже с этим вопросом подходил к владыке Аксию. Вот. Это было на встрече молодежи православной. Вот. И мы этот миф, мне было важно, чтобы аудитория, которая была за моей спиной, это было несколько сотен человек, услышала от меня, и в том числе от владыки Аксия, то, что, пожалуйста, играй, то есть твори. То есть у меня было, так скажем, благословение, одобрение на это дело. То есть в электрогитаре само в себе ничего бесовского она не несет. Да, да, вообще, вот. Абсолютно, все да, это от... все просто есть определенные какие-то у нас уже в голове. Да. Ну да. Мы в нашей программе как раз посмотрим фрагмент музыкальной композиции, которая исполняется Владимиром на той самой вот передвижной звоннице. Звонок храма Рождества Христова в селе Беседы Московской области.
замечательно проходит наша беседа. А такой вопрос. Как вообще сочетается это все во Владимире, нашем дорогом? То есть, получается, и служба в МЧС, и увлечение рок-музыкой, соответственно, вы же и концерты даете. Да. То есть, да? И при этом вот, исполнение, послушание, как говорят в церковном мире, звонаря. Как это все получается? Ну, у меня расписано, бывает, что все поминутно. Ну, то есть главное график свой оформить. Да, но в этом графике есть доля определенной импровизации, например. То есть я еще путешествую, и мне нравятся также, например, заброшенные храмы. И когда бывает время, я выбираю какую-то локацию, я приезжаю, потом фотографируем. Также, например, на фоне что-то заброшенного храма я могу тоже поиграть и, так скажем, рассказать об определенных местах. Вот. Поэтому, наверное, главное во всем какое-то расписание, организация, график, но в то же время есть доля импровизации, как бы, как и в музыке, которую я исполняю, так и в жизни. Ну, а то внутренне-то, потому что опять мы вот поговорили о стереотипах электрогитары и колокола, то есть что-то это несовместимое, но оказалось, что вообще и совместимое, да? А в принципе, вот как говорят, там, жизнь там, рок-музыканта и вообще жизнь верующего человека — это вообще взаимоисключающие вещи. Как вот на твоем примере это? На моем примере, я хочу вот что сказать. Есть такой... Был, точнее, Ронни Джеймс Дио, он играл и Black Sabbath, у него было и сольное творчество. В 2005 году он приехал в Москву, первое, что он сделал, он пошел в храм. Есть видео, где он ставит свечки. Вот. Я вообще хочу сказать тому, что, например, у нас был такой небольшой провал в церкви, когда вот... было у нас вот это советское время. Угу. Вот, эпоха гонений, притеснений, скажем так. Да, например, в западной церкви этого не было. И те же самые там и рок-музыканты, они все по воскресеньям ходили там либо с родителями, либо там более в взрослом возрасте в храмы, в церкви. То есть у них тоже были такие определенные молодежные там круги. Те же самые, например, Битлз, когда познакомились там в 56-57 году, это все было в рамках тоже воскресного там мероприятия после, например, службы. Uh-huh. Вот. То есть всегда воскресный день, они приходили, они там пели. Вот. И мне кажется, вот чуть-чуть нашей церкви этого не хватает, но то, что сейчас происходит, даже я вижу по своим друзьям, которые, например, были немножко далеки от церкви, uh-huh. как они начинают заинтересовываться, uh-huh. вот. Я тоже как-то этим подпитываюсь. Вот. И они мне потом говорят, о, как здорово, а можно с тобой еще раз? А можно с отцом Александром там познакомиться? Ну, вот у меня... Очень появилось, как бы, скажу так, друзья, батюшки, священники, о чем я даже, в принципе, никогда не мог подумать, что угу. такое есть. Оказывается, еще бывают тоже творческие люди, творческие священники и с разными тоже очень интересными влечениями. Ну что же, дорогие друзья, такая беседа с Владимиром Куличенко у нас получилась. Кратко, в качестве итога можно сказать, что у нас... Предстоит какие мероприятия? У нас предстоит мероприятие. Это 8 июля Рязанский Кремль будет фестиваль, где я буду играть на передвижной звоннице и на электрогитаре. Вот. И 11 июня это будет просто фестиваль в Верзилово. Там будет просто колокольный фестиваль, организован как раз Юрием Михайловичем Дроздихиным. Угу. Ну вот, мы рады, что вы были с нами. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.